Каждый вторник и пятницу смотрите новости на канале 16.12. Единственный канал Казахстана без цензуры Назарбаева. В следующем выпуске мы говорим о таком. Очередные досрочные выборы президента в стране. Какие многоходовки Назарбаев готовит для избирателей, чтобы сохранить власть в руках семьи? И почему Дариган не сможет ее удержать? Владимир Путин предложил построить в Казахстане АЭС по российским технологиям. Чем может обернуться так называемое расширение сотрудничества Москвы и Астаны в энергетической сфере? Смена власти. Как граждане в разных странах отстаивали свое право на честные демократические выборы и к каким результатам приводили мирные акции протестов? Правозащитная миссия в Казахстане. Встреча с активистами, выводы правозащитников и помощь в случаях нарушений прав граждан. Краткая инструкция к действию.